Когда мы были приняты в ООН и в ОБСЕ, тогда мы приняли все эти принципы. Принципы неизменности границ, принцип целостности территорий, запрещение применения силы для изменения границ. Это то, что приняли и мы, Азербайджан. Мир не знает и не принимает никакой оговорки, чтобы нарушать эти принципы. Мы могли называть те территории, которые мы были подконтрольны Карабаху, нашими историческими землями. Так же говорят, не так ли? Освобожденные области, священные земли и тому подобное. Но таких понятий в международном праве нет и не будет. Это иллюзии, и наши власти никогда не использовали эти термины. Ни в мое время, ни во время Кочаряна или Саргсяна. Такие термины никогда не использовались в международных инстанциях. Если бы они использовались, нас бы вообще объявили страной-изгоем. Но, господин президент, это же ваше время, во время вашего правления, что? Освободили эти территории, области. Мы можем назвать, что освободили, но международное сообщество это называет оккупацией и ничего другого. То есть вы оккупант? Согласно международному сообществу, да. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!